И всем привет! И с вами ситуация в России, но не только. Подождите минутку. Так, я нечаянно нажала на некоторые кнопки. Продолжаем обучение, знаю. Да-да. Вот все. Сперва. Да-да, сперва автомат. Потом две защиты и скорость. Так будет мощно. Угу, поняли. Отстань. Еще мощную пуху принесу. Вот так. Это теперь послабей. Но побыстрее. Так, теперь танка. Я и раньше немножко в Байкусе не сыграл, но не затягивался сильно. Но теперь буду играть с вами. Нет, ну танку вверх вот так, кину так. Отлично. Мои танки идут. Но это победа. Распустить такого воина. Ой, яблочки. Собираем до конца. Ну вот и все. Пройдено. Так, дальше. Угу. Я лучше возьму пулемет пока что. Так, качнем. Еще раз качнем и ждем. Пока немножко накопится энергия. Так, потихоньку собираем листики. Сделаем танка. Пускаем танка. Делаем мини-воинов. Пока танк будет защищать, мини-воины будут атаковать. Она уже пробились. Отлично. Пробиваемся. И все, победа. Очень легко. Так, звезда. Подождите минутку. Вот и все. Продолжаем. Угу. Так. Угу. Идем дальше. Покупаем. Отлично. Все видно. Воины уже идут. Еще мощного выпущу. Вот такого. И всем наваляет. Он таких тоже миньонов буду пускать. Так, идем. Пока жестких врагов нет.
все хорошо идет. Танк идет и идет. Точнее, не танк, а гигантское оружие. Пускаем мелких в отвлечение. Будет отвлекать меня. Все отлично, все идет по плану. Отличные яблочки. Яблочки посыпались уже. И мой отряд. Боегусеница. Вот и все. Угу. Я знаю, прикольная штука. Огонь. Я это лучше не буду брать. Вот это будет дерево отравлено. А это лучше не надо. Лучше пусть попадает побольше яблочек. Вот так, так. Так, 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 так. И все. Отлично. Качаем скорость потихоньку. И копим. Я знаю, что это дальнебойная пушка. Вперед. Раз, два, ой, топнул. Вот так надо. И еще одно вот такого. Уже еще один убежал. Пошел. Вот победа. Все легко и просто. Это я помню. Вспомнил, что даются бесплатно 200 яблочек. Очень классно. Так, если я улучшу до третьего уровня, будет просто класс. Отлично. Такое хорошее начало. Еще этого прокупим. А остальное оставим на слот один. Гранату потом. Так, сколько стоит? 150. Из этого возьму это. Вот так. Я знаю. Этих воинов. Как помню, птичка будет какать. Да, я буду повторять за тобой. Так мне будет сильней.
Мне по площади бьет. Вот так, 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 так и так. Погнали. Идем дальше. С самого начала третьего уровня пушка, это лазерная, это будет большое преимущество. Куплю гранатометчика, когда куплю новый слот, тогда будет классно. Яблочки посыпались. Вот и отличная победа. Просто отлично. Золотое задание. Да блин, 50. Ладно. Тогда еще раз в паёк. Я хочу как минимум дойти до золотого задания. Вот так. Идем всех вот такого пустим. И сзади такого. Еще такого. И дальше будем пускать таких послабее. Вот оно вот так. Вот и все. Сейчас бегуна сделаю. Отлично. Еще пару бегунов сделаю. И будет достаточно. О боже, посыпались яблочки. Оп-оп, посыпались. Ну и все. Суперский. Еще одно. Еще один слот плюс. Разложим это. Вот и все. А на этом буду и заканчивать. И с вами был ситуация в России. Но не только. Всем пока.